3 декабря в международном календаре отмечен как День людей с ограниченными возможностями. В России он совпадает с еще одним важным событием – Днем неизвестного солдата. Сегодня вспоминают всех пропавших без вести, безымянных воинов, отдавших свою жизнь за Родину. В Старомосколе эти календарные даты интересным образом переплелись. Стихи староскольского автора Фаины Ташмановой, имеющие ограничения по здоровью, стали основой для видеоклипа Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской. С творчеством Фаины украинцы познакомились на 5-м международном молодежном фестивале поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». В этом же году состоялось открытие Ржевского мемориала советскому солдату. Значимое событие для всех, кто чтит подвиг героев Великой Отечественной. Мастерицы Донецкого клуба декоративно-прикладного искусства «Светлица», вдохновленные композицией монумента, создали к празднику Великой Победы вышитую работу «Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны». Стихотворение Фаины, оживший памятник и эта картина стали основой для создания видеоклипа ко дню неизвестного солдата. «Чтобы память не стиралась, в новом я живу обличье, как бы время ни старалось, не утратил я величие. Часовой геройской славы, страж победного салюта, подвиг тот забыть нет права. Помолчим же хоть минуту».